от плетения кошиков до вырубов высокотехнологичной продукции. За 85 годов гомельская светлотехника в своем техничном развитии прошла великий шлях. Причем деятельность предприятия не спинялась на подчас Великой Отчины. Разом с працующими инвалидами по зроку завод вывезли на Урал. Зараз непосредственно на гомельской светлотехнице працуют 260 человек, еще 45 на мазырском филиале. Сярод ветеранов предприятия лесар Борис Борисенко. У першиню про проходную он прошел 35 годов тому. 10 мая 83 года. Пришли, мы тогда делали, ну, продукция там, ладно, ну, в общем, краны делали по кооперации с обществом глухих. Ну и, прошу, в общем, встретили даже, был лучшим молодым рабочим даже первый месяц. С уликом квалификации и физических мощностей работников сегодня на светлотехнице одночасово развивается некалькі накірунков в творчестве, начиная от расфасовки цвиков и саморезов. Это совместный проект с зрительским метризным заводом. Работа, по сути, низкоквалифицированная, але она позволяет инвалидам по зроку иметь постоянно заняток и додаток до пенсии. Сярод вырабляемой продукции – святильни и садовый инвентарь, але у приоритете – спортивный накірунок. Кресла для спортивных объектов, головная продукция светлотехники. Первым объектом, где их установили, стал 14 годов тому Гомельский центральный стадион. Летось 22 тысячи креслов поставили на Минский стадион «Динамо». Сегодня у огульном объеме в творчестве на спортивные кресла пропадает 50%. За минулый час их вырубили больше 300 тысяч. Причем, что год на предприятии заявляются новые модификации. Конкуренция на этом рынке достаточно жесткая. Необходимо постоянно иметь возможность пропоновать заказчику инновационную распроцовку. У этой дни предприятие выполняет заказ для ледовой арены у Новополоцку. Далее реконструкция стадионов у Брагини, Луницы и Смолявичах, а так само батутного центра у Витебску. По выниках минулого года у системы белорусского Товариство инвалидов по зроку предприятие отримало диплом третьей ступени за якостное решение вытворчих задач высокой складанности. Да, большие объекты, такие как стадион «Динамо», это, надо сказать, бывает крайне редко, выпадает такая честь, или такие как Чижовка-арена, Борисова-арена. Но большое внимание в государстве стало уделяться на реконструкцию, модернизацию именно спортивных объектов в районных городах. Это радует. Пускай там не такие большие объекты, не такие денежные, которые я указал выше, но тем не менее они есть в каждой области. Не глядя на достатковость теплые термины выполнения заключенных договоров, сегодня на светлотехнице вырешили внести коррективы у працовный расклад. У 13:01 на предприятии начались урочистые мероприятия с нагоды юбилею. Зараз існує шмат профессий, у яких люди с дрейным зроком могут працевать не горш за інших. Психологи, маркетологи, юристы, специалисты в галине компьютерных технологий, что між тим не выключая необходимости захования и специализованных вытворчестей. Головное, как вырабляемая тут продукция была конкурентоздольной и рентабельной. Олег Сентюров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Комель».